Вы готовы к путешествию по миру Сорбы? Пристегните ремни и приведите спинки кресел в вертикальное положение. Поехали! Штаб-квартира Сормат находится в Русской Финляндии. Здесь у нас современный производственный цех, исследовательский отдел и руководство компании. Следующая остановка – Санкт-Петербург. Мы гордимся тем, что работаем в России. Это уникальная страна. Гигантская площадь, большой бизнес, огромный рынок крепежных изделий. Следующая остановка – Москва. Еще 500 километров, и мы в Москве. Легендарный город, Кремль, Красная площадь и собор Василия Блаженного. Следующая остановка – Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия – стремительно растущий рынок. Здесь у нас самая большая доля рынка. Да, вы правы, она еще растет. Следующая остановка – Германия. Германия – один из наших основных рынков, но один из самых сложных. За эти десятилетия мы завоевали здесь хорошую репутацию. Следующая остановка – Париж, Франция. О, Франция! Сормат вышла на французский рынок в 2004 году. С тех пор мы снабжаем французов высококачественными крепежными изделиями и профессиональными консультациями. И будущее так же прекрасно, как весна в Париже. Следующая остановка – Нидерланды. В 2002-м Сормат купила одну из ведущих марок анкерных изделий – компанию PFG в Нидерландах. И, наконец, Швеция. Мы заканчиваем путешествие в Скандинавии, Швеции. Наши торговые агенты в Швеции обслуживают клиентов не только в своей стране, но также в Норвегии и в Дании. Поздравляем вас с удачным приземлением и закреплением в мире Сормат. Надеемся, что вам понравилось это путешествие.